Председателем Севастопольской городской избирательной комиссии стал экс-руководитель аппарата Центр избиркома России Сергей Даниленко. Его кандидатуру предложил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булавин, участвовавший в заседании по видеосвязи. Он выразил уверенность, что Сергей Даниленко будет на стороне закона и не подвергнется политическому влиянию. Напомним, 7 мая Сергей Даниленко был назначен членом Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. В ходе тайного голосования в пятницу за его кандидатуру как руководителя проголосовали 11 человек из 12. Сергей Даниленко пояснил, что, по мнению руководства Центра избиркома, выборы губернатора и президента в Севастополе прошли на высоком уровне, а смена председателя вызвана рядом несуразностей. Организация работы была на высоком уровне, но вот некие конфликтные линии, которые возникли, и не совсем обоснована смена участковых избирательных комиссий, там частично претензии были к территориальным избирательным комиссиям, они были не в полной мере обоснованы, и в стадии, активной стадии проведения выборов, конечно, они были не совсем понятны и в Центральной избирательной комиссии. Одной из главных задач на новом посту Сергей Даниленко обозначил приведение регионального избирательного законодательства к федеральным нормам. Прежде всего, об основных гарантиях избирательных прав. Ну, Екатерина Борисовна об этом и говорила, и мы уже обговаривали. Мы как правоприменитель, то есть, которые работают по закону и работают с законом, в первую очередь должны внести свои предложения законодателю, соответственно, и губернатору, как участнику законодательного процесса, приведение в соответствие закона вот именно в части процедур, в части работы избирательных комиссий, организации работы избирательных комиссий. По данным, которые приводит ТАСС, Сергей Даниленко был членом Центральной избирательной комиссии в периоды с 1999 по 2003 и с 2011 по 2016 годы. В новом составе комиссии, сформированном в 2016 году, он занял пост руководителя аппарата. С 1994 по 1999 годы он был председателем избиркома Краснодарского края. Напомним, бывший председатель Севастопольского избиркома Александр Петухов в конце апреля подал в отставку по собственному желанию. При этом председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала этот шаг Александра Петухова единственно верным решением.